Team Liquid стала чемпионом весеннего сезона NALCS 2018 9 апреля 2018 года 11 часов 14 минут Киберспорт. League of Legends Team Liquid стала чемпионом весеннего сезона NA League Championship Series 2018 по League of Legends. В финале команда разгромила 100 Тиевес со счетом 3-0. Игроки Team Liquid заработали 100 тысяч долларов США, а также право представить Северную Америку на Mid-Season Invitational. 100 Тиевес получит 50 тысяч долларов США. Итоговое расположение команд: 1. Team Liquid 2. 100 Тиевес 3. Echo Fox 4. Clash Gaming от 5 до 6. Cloud 9. Team Salamid 7. Counter Logic Gaming 8. FlyQuest 9. Optic Gaming 10. Golden Guardians. Весенний сезон NALCS 2018 проходил с 20 января по 8 апреля. Призовой фонд соревнований составлял 200 тысяч долларов США. Источник: чемпионат. Сообщить об ошибке. Комментарий 0.